Разница однозначно есть. Разница прежде всего в отношении к друг дружке между тем, кто работает в рекламе, и тем, кто работает на стороне клиента. В европейских агентствах гораздо большее уважение и доверие агентству как профессионалу. Клиент не пытается вмешиваться в работу агентства и не считает, что он понимает в рекламе лучше, чем они. У нас история обычная совершенно, когда агентство выполняет свою работу, общается на своем уровне, например, с директором по рекламе или маркетинг-директором и так далее, дает предложение, утверждает, получает обратную связь, а потом вмешивается какой-нибудь генеральный директор или какой-нибудь главный босс того босса, с кем они общались, и выясняется, что все совершенно не так, потому что у него есть совершенно другое представление о том, как оно должно быть, потому что его жене не понравилось, потому что его дочка посмотрела и сказала, что это такое, потому что он не любит красный цвет. И в итоге вот такие абсурдные ситуации возникают в России все еще очень часто, и они, по большому счету, не дают просто делать тот продукт, который нужен этим компаниям. Потому что, к сожалению, у нас часто клиенты разбираются, так как все, лучше всего и в футболе, и в политике, и в рекламе, да, и, соответственно, непонятно, зачем они в итоге нанимают агентство, если они хотят сами навязывать им свое мнение.